Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. My name is Walter Zagrevich. Приветствуем на трансляции молитва за Америку и народы. Меня зовут Волта Загревич. I'm with Global Vision Ministries. Я работаю в миссии глобального видения. И сегодня у меня есть особый гость, пастор Сергей Ероман, город Полтава, Украина. Мы здесь в Украине сейчас. I have a special guest here with me, Pastor Sergei Yeroman from the city of Poltava, Ukraine. You may have seen some videos with him preaching, him giving out food, praying for people. And it's a joy to have him on here with us today at our pastor's retreat in Ukraine. Може ви видели ролики, где пастор Сергей роздает пайки, где он молится, где он ездит и проповедует, и молится за людей. И сегодня для нас честь иметь его на этой трансляции. Приветствуем, брат Сергей. Слава Господу! Приветствую всех любовью Господа нашего. Для меня это большая честь быть сегодня с вами в эфире. Господь царствует, пусть Бог нас благословит. Аминь. It is a joy to be with you. For me this is an honor, and the Lord reigns. Amen. Пастор Сергей, есть очень, у тебя есть много свидетельств Божьей защиты, особые моменты, которые ты видел, ты работаешь в фронтовых местах постоянно. И я думаю, что очень не только интересно, но важно, чтобы мы услышали, чтобы знать лучше, как о тебе молиться и других, которые делают такую работу. I'm asking Sergei to share some testimonies, particular testimonies, so that we know better how to pray for him and others who do this work of rescuing people, taking food to and help and medicines to the frontline zones. Пастор Сергей, пожалуйста. Слава Богу. Praise God. Прежде всего хочу сказать брату Волтеру и сестре Нине за то, что они приехали на Украину, не побоялись, несмотря на то, что в Украине сейчас каждый день обстрелы по всей территории нашей страны. I first want to thank brother Walter and sister Nina for not being afraid and coming here to Ukraine, where it's dangerous. There are daily shellings and bombings, rocket attacks. Хочу сказать спасибо всем, кто эти долгие месяцы войны помогает, поддерживает нам, нас через брата Волтера, через эту благословенную миссию. I want to first of all thank all of you who help us, who support us through brother Walter and his ministry. Я от всего сердца хочу сказать вам спасибо. Я действительно очень ценю те жертвы, те семена, которые вы сеете. I want to thank you sincerely from my heart for your help, for sowing into the lives of people through us. Мы молимся за вас и благодарим Господа. We pray for you. We thank God for you. И то, что вы делаете, оно очень-очень ценно. And what you are doing is so important. It is so precious. Нам немножко легче, потому что мы видим то, что Бог делает через эти финансы, через ваши жертвы. Perhaps it's a little easier for us because we see the results of your giving. We see how these finances are blessing people, helping people. Мы видим эти слезы людей, слезы благодарности, когда они берут хлеб. We see the tears in the eyes of people as they receive the aid that you help us provide. Когда они берут эти свечки, которые мы привозим, так как у них уже полгода нет электричества. We bring them bread and they just weep. We bring them candles now because for half a year some of them are without electricity. И мы видим то, что делают ваши семена. И
И мы радуемся, и я очень сильно благодарю Господа за вас, и пусть Господь вас благословит и приумножит ваши семена. And we see what that which you are giving, those seeds that you are planting, the results of that, I'm seeing lives being changed and blessed. Хочу сказать огромное спасибо всем молитвенникам, по всем странам, которые молятся за нас. I want to say thank you very much to all of the prayer warriors all over the world who are praying for us. Бог направляет ангелов, Бог дает водительство по вашим молитвам. God is sending angels to our rescue. He is providing miracles thanks to your prayers. Желание моего сердца быть в том месте, где реально люди имеют нужду. The desire of my heart is to be in that place where the people have a need. И я вижу, как сверхъестественно Бог открывает двери, потому что в некоторые места еще проезд запрещен, потому что там небезопасно, но как-то нас пропускают, и мы можем быть действительно на передовой, в нужном месте, кормить людей, которые реально просто нечего есть. God miraculously has been opening up doors to us to go to places where others are not permitted to go. These are areas in the front line zones, areas that were just liberated by Ukraine, and somehow God works it out that we get permission to go through and go to those areas and take help, take food to those who really are in need right now. Один неверующий человек, но сейчас он уже стал верующим, слава Господу. One unbeliever, now he is a believer, praise the Lord. Мы приезжали и все время с ним общались, он помогал нам раздавать продукты, посещать именно людей, которые не могли передвигаться, чтобы их посетить по домам. And he would help us to distribute the food where we would take it. He would help us to go and take the food to the people in houses, people that who could not come out of their homes. Он сказал такие слова, говорит, вы знаете, когда вы приезжаете. And he said these words to me, you know, when you come, у меня, говорит, ощущение, что войны нету. I have the sense that there's no war. Вы приносите какой-то сверхъестественный мир. You bring some sort of a supernatural peace with you. Когда вы рядом, я совершенно спокоен, я ничего не боюсь. When you are next to me, I have no sense of fear. Почему я сказал, что он был неверующим? Потому что он уже покаялся. Потому что мы объяснили, кто приносит этот мир, кто дает мир, кто приносит благодать и кто дает защиту. As I said, he was not a believer before, but now he is, because he heard us explain to him who is the peace giver, who saves us, who takes away that fear, the Lord Jesus Christ. And he received him into his life. Поэтому Бог защищает, охраняет, и Он действительно реальный, сверхъестественный. God is working in supernatural ways, providing protection and guidance. Одно село, которое мы приехали, оно было только освобождено, и 80% домов в этом селе были просто снесены. We came to a city that was just a town, a village that just got liberated. 80% of the village is destroyed. И пока мы ходили по этому селу, пока мы ездили в различные уголки села, чтобы найти людей. While we went throughout the village trying to find people, looking for where they are. Так как после полугода оккупации люди, они запуганы. Just as after half a year of occupation there, the people are frightened. Представьте, мы въезжаем в одно село, и первое то, что мы видим. Imagine one of the villages that we come into, the first thing we see. Это военные выносят трупы из дома мирных жителей. We see our military bringing dead bodies of civilians out of houses. Один человек сказал, что говорит в селе в начале вторжения
русские солдаты, они убили человека, который просто решил их сфотографировать. They found out that in one village, in the beginning of the occupation, the Russian soldiers killed one man simply because he tried to take a picture or video them. И запретили его убирать, и он 6 месяцев, это уже скелет был, лежал просто на обочине дороги. And they forbade people from recovering his body and burying it. They let that body lay there until he was just a skeleton for 6 months on the road. Поэтому люди, они прятались в погребах. So people were hiding in cellars. Одна девочка 22 лет, она передавала на видео особую благодарность всем людям, которые помогают. One young woman, 22 years old, on one of the videos, she was thanking people for the help. Мама говорит, за 6 месяцев войны, говорит, она ни разу, я ее ни разу не выпустила на улицу. The mom told me that in 6 months of occupation, I never allowed her to set foot on the street. Поэтому нам приходилось просто искать людей, где еще остались, so где we, еще жили. We came to the village, we started looking for where the people are. Are they still alive? И пока мы ездили по этому селу, мы ходили по этим домам. And while we went throughout this village, going house to house, мы слышали взрывы. And we heard an explosion. Где-то рядом взорвалось там несколько коров. Not far from us, several cows just exploded. Коза, собака. A goat was blown up. A dog was blown up. Потому что все села заминированы. Because all the villages were mined. Русские солдаты даже сами не знали, где они ставили эти мины. The Russian soldiers, some of them did not even know where they had left, where they had placed those mines. Вообще, когда саперы минируют, они составляют карту. When they normally, when they would lay out a minefield, they would make out a some sort of a map. Где лежат мины? Where those mines are. Но они их все потеряли, поэтому даже очень часто они сами взрывались. But they had apparently lost these maps that they had, and they themselves were stepping on their own mines and blowing up. Но Бог хранит, слава Богу. But God has protected us. И мы живы, мы целы. We're alive and we're whole. Да, так что спасибо за молитвы. So thank you for your prayers. Amen. Thank спасибо, брат Сергей, за то, что вы делаете. Thank you, Pastor Сергей, for the work that you are doing. We pray for you. We ask you folks out there to pray for him. Мы молимся, просим, чтобы вы молились за пастора Сергея. Он есть где, где никто не хочет ездить, возить помощь людям, которые действительно нуждаются и срочно нуждаются в помощи. He's going to places where no one wants to go, taking urgent help to people who are desperately needing help in this hour. So I want us to pray for Pastor Сергей. Я хотел бы, чтобы вы помолились за пастора Сергея. Господи, мы благословляем пастора Сергея. Держи в твоих руках, сбережи его, когда он в дорогах, когда он в этих местах раздает, бережи его, когда в транспорте, когда он собирает, когда он раздает. Господи, веди его Духом Святым. Father, we pray that you would protect him when he is traveling, when he is in those towns and villages delivering food. Protect him, guide him, lead him by your Holy Spirit in Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Братья и сестры, молитесь за его, молитесь за его команду, молитесь за других служителей, которые с ним работают и там, и в других местах. Please pray for Pastor Сергей, pray for his team, pray for other pastors who are doing this work, not only in that area, but throughout Ukraine. Пожалуйста, не переставайте молиться. Если вы можете, сделайте что-то, чтобы помочь в этой...
в этой работе. If you can do something, do it right now to help in this work. Go to our website, globalvisionministries.org. Видите на нашу страницу globalvisionministries.org, и там вы можете пожертвовать, напишите это для Украины. Please note that this is for Ukraine, and we know and we will make sure that 100% of what you give for Ukraine goes to Ukraine. Гарантируем, что то, что вы даете для Украины, пойдет туда. Так что не бойтесь, не сомневайтесь, большие нужды. Но слава Богу, Бог проявляет чудеса. There are many needs, but God is working miracles. Пастор Сергей, я знаю, что когда ты заезжаешь в эти места, ты не только раздаешь пищу и медицину, но ты молишься за людей, ты многие каются, и в твоей церкви многие приходят и каются. Расскажи немножко о этом. Please tell us a little bit about how you go to these villages, these towns, these cities, and you not only give food to them and medicines, but you also pray for them, you lead them to the Lord. Я можно немножко расскажу о тех людях, которым мы привозим продукты. I want to just tell you a little bit about the people to whom we bring food supplies. Я думаю, что эта история, она просто пояснит, в каком состоянии находятся именно те люди, которым мы привозим продукты, которые вы передаете нам. I want to just share this with you so that you would have a fuller understanding of the kind of people that you are helping, that you are giving towards. Представьте, когда люди просят всего три вещи. People are asking us only for three things. Привезите нам, пожалуйста, хлеб. Please bring us bread, свечки, candles, и лекарства, and medicine. И мне надо колбаса. We're not asking for sausage. Какие-то деликатесы. We're not asking for any delicacies. Они просто хотят хлеба. They just want some simple bread. Хотят света. They would like to have some light. И хотят здоровья. And they want health. И слава Богу, что мы действительно можем привозить тем людям, которые реально сегодня имеют нужду. And thanks be to God that we can carry this help to these people that truly have this need today. Конечно, очень больно видеть, когда люди находятся в таком болезненном состоянии. It really is painful to see people in that condition that they're in. Но мы руки и ноги нашего Господа. But we are the hands and the feet of our Lord Jesus Christ. Но также мы, как говорит брат Альберт, мы голос Божий. But as brother Albert also says, we're also the voice of God. Да, иногда, к сожалению, мы забываем об этом. Sometimes we forget this. Но я помню, как-то один пророк сказал: куда вы пойдете? Как говорит Господь, куда вы пойдете, туда пойду я. I remember one prophet said, where you go, I will go. И куда вы не пойдете, туда не пойду я. And where you do not go, I will not go. Поэтому наша цель, это, конечно же, прежде всего, рассказать людям о любви нашего Господа. So our first desire is to tell people of the love of Jesus. Перед тем, как раздавать продукты, before we give out the food packages, я говорю, что это продукты привезли от людей, которые живут за границей, за океаном. I tell the people, this food that we're bringing you comes on behalf of people who do not know you, who live overseas. Я говорю, что представьте, эти люди, они такие же простые люди, как мы с вами, они работают на каких-то различных специальностях, на каком-то производстве. I tell them that these people who give this money, they to buy this food, they're just like you. They work on a job, they work someplace, they're doing something to
as you do. Что многие из них это люди не миллионеры. These are not millionaires who are giving. Пенсионеры. Some of them are retirees. Говорю, но они передают вам продукты. But they are sending this food to you. Говорю, они вас никогда не увидят. They will never see you. Они не знают, где находится ваше село на карте. They don't know where your village is on a map. Говорю, но они вам передают. И я спрашиваю, знаешь, почему они это делают? But they're sending this aid to you. Do you know why they are sending it to you? Они спрашивают, нет. And they say, no. Я говорю, потому что они любят вас. I tell them, it's because they love you. Я говорю, а знаете, почему они любят вас? Do you know why they love you? Я говорю, потому что Иисус любит вас. Because Jesus loves you. И вы знаете, в этот момент ты просто чувствуешь, как вот атмосфера, она совершенно меняется. And in that moment, the atmosphere just changes. У многих людей просто слезы начинают. And many tears began to flow down their faces. Я верю то, что Бог создал человека для любви. I believe that God made man to love. И мы потеряли эту любовь, когда согрешили. We lost this love when man sinned. Но наш дух, он стремится к любви, он ищет любви. But our spirit searches for love. В принципе, наверное, все творение, оно ищет любви, потому что оно создано жить в любви, потому что наш Бог есть любовь, и Он творит. And all creation is seeking for love. Why? Because we were created by God, and God is love. И когда люди сталкиваются с Божьей любовью, and when people come face to face with the love of God, почему я говорю, что это Божья любовь, потому что она не ищет своего. And why do I say this is God's love? Because God's love does not search its own. Люди понимают, что вы их никогда не увидите. People understand that you will never meet them face to face. Нечего у них взять. You have nothing to gain from this, to receive from them. Они понимают, что это что кто-то просто их любит бескорыстно. And people then understand that someone loves them unconditionally. И их сердца тают. And their hearts just melt. Я спрашиваю, кто сердцем верует, что есть Бог? And I ask them, how many of you believe in your heart that there is a God? Один человек сказал, говорит, кто не верил во время войны, уже поверил. One man spoke up and he said, he who did not believe before the war certainly believes now in God. Потом я говорю им место из Писания, что сердцем веруют в праведность, а устами исповедуют ко спасению. And then I share a passage from Scripture. With the heart man believes, with the mouth confession is made unto salvation. Я им рассказываю об Иисусе, о том, что сделал Христос для нас. I share about Jesus, what Jesus did on our behalf. Вы знаете, все поднимают руки. And everybody raises their hand. В это воскресенье просто вот 150 человек было, 150 человек попросили Иисуса стать. They had 150 people come. And 150 hands went up asking Jesus, inviting Jesus into their lives. Да, когда Иисус кормил людей, when Jesus fed the people, они следовали за ним. They followed after him. И сегодня Иисус кормит, и люди хотят следовать за ним. Today Jesus is feeding people, and people want to follow after him. И у нас есть прекрасная возможность, чтобы говорить, чтобы показывать им о любви Божьей. And today we have such a wonderful opportunity to show and to share the love of Jesus. Поэтому спасибо вам большое. So thank you very much. А явить, знаете, Божью заботу и любовь не очень даже тяжело. To show the love of God is not very difficult. Это буханка хлеба. Just a loaf of bread. Две свечки. Two candles. И человек понимает, что его кто-то любит. And a man, an individual knows somebody loves, somebody cares for him. И меня очень сильно, я переживаю за бабушек. I'm really concerned about the elderly, the grandmothers. Когда я был маленький, у меня была гипертония очень сильная. I had hypertension, very bad hypertension. У меня в детстве все время с носа текла кровь, у меня была очень
повышенное давление. I always had nosebleeds and because I had high blood pressure. 10-12 лет у меня было 140 давление. At the age of about 10-12 years, I had a pressure of 140. И я знаю, как болит голова, когда затылок раскалывается. I know how a person could have a bad headache when you're having this situation. У меня было два старших брата, я их просил полотенцем стянуть мне голову, чтобы она не разорвалась от боли. I had two older brothers, and I would ask them to tie a handkerchief or something around my head so that it would not blow up. И когда мы привозим этим бабушкам, которых давление 220, 200, 180. And when I bring heart medication to these old grandmothers who have a blood pressure of 200, 220. Лекарства. Bring them some medicine. Боже, они готовы руки целовать. They're ready to kiss my hands. Мы говорим, это от Иисуса. But I tell them, no. This is from Jesus. All the glory be only to Him. Поэтому я вначале сказал, что я от всего сердца просто хочу сказать вам большое-большое спасибо. And so as I said in the beginning, from all of my heart, thank you. Thank you so very much. В Украине сейчас такая ситуация, что уровень нищеты за полгода вырос в 10 раз. Our situation in Ukraine is that poverty has increased tenfold. У нас раньше, у нас страна была, ну, богатая, но ограбленная. In the past, our nation was a rich nation in resources, but a lot of theft of those resources. И в мусорниках лазили люди, которые, ну, были бездомные в основном. Homeless people, you would see them sometimes dumpster diving, going into the trash, looking for something. Ну, сейчас ты видишь, что люди, которые, ну, видно просто, что это, ну, человек, он аккуратная одежда, она чистая, но он ищет какие-то продукты в этих мусорных ящиках. But now we see people dressed with normal clothes, proper clothes, going through garbage, looking for something. Очень много детей стали попрошайничать на улицах. Many children are begging on the streets. Они пытаются протереть фары, стекло. If you're driving, they'll jump out, try to clean your windshield or your lights. У меня неделю назад был очень интересный случай. A week ago I had a very interesting incident. Я выхожу с магазина. I came out of a store, and a young boy runs up. Девять где-то. I would say about 9 years old. И я внутри слышу 200 гривен. And I sense in my heart 200 гривен. Yes, that's about $5. Я говорю, Господи, ну 200 гривен, ну мальчику там, ну там 20 гривен дать, там, ну как-то помочь, ну 200 гривен. I'm rationalizing, Lord, he's just a young boy, maybe 20 гривен, yes, you know, about 50 cents, but 200 is a lot. Он подбегает ко мне, говорит, дядя, говорит, вам протереть фары. And see, he runs up to me and says, sir, could I just clean your lights on your vehicle? Я говорю, нет, не надо. I said, no, I don't need that. И он со мной идет и начинает жаловаться. And he comes alongside of me and begins to talk to me. And он говорит, вот мне иногда дают 5 гривен, 10 гривен, 20 гривен. And he says, sometimes people give me 5 гривен, yes, 20 or 10. Говорит, моему другу дали одному 50 гривен, а второму 100 гривен. But one of my friends, he got 50 гривен, yes, another one got 100. А мне никогда таких денег не давали. I never got such money. Я даже сегодня молился, Господи, дай мне 200 гривен. I even prayed to the Lord, please have someone give me 200 гривен, yes. Я был удивлен очень сильно. I'm just touched so deeply. Знаете, я достал эти, я понял, что Бог говорил, дай 200 гривен. And I realized it was God that was telling me before that boy ever said that I should give him 200 гривен. That's again about $5. Ребенку 200 гривен, говорю, ты знаешь, Господь слышит молитвы.
And I gave this boy these 200 hryvnias, again about $5, and I told him, God hears prayer. He said, oh, this is God. I said, of course, God. If it wasn't for your faith, I would have just given you about 10 hryvnias. Это, знаете, это радует, как Бог даже детей слышит. It's just a joy. It's just a joy to see how God will answer the simple prayer of this young boy. Я верю, то, что он запомнит, то, что Бог отвечает на молитву. I believe this young boy is going to remember that God answers prayer. И благословляем этого мальчика, верим, что он станет слугой Божьим. And we bless this child, человеком веры, человеком молитвы. Become a man of prayer. Amen. Так что Бог, Бог великий, Бог благий. God is a big God. He is a good God. Amen и амин. Спасибо, Сергей. Thank you so much, Pastor Сергей. Folks, please keep praying for Ukraine. Pray for Pastor Сергей. The needs are unbelievable here in Ukraine. And you cannot give too much. Нужды здесь очень большие, и вы за много не можете дать. Так что попросите Господа, что Бог вам скажет, и сделайте. Ask God what you should do, and do that. Thank you, Pastor Сергей. Спасибо, Pastor Сергей. Thank you. Может кто-то слышит тебя сейчас, еще не знает Господа. Проведи этого человека в молитве покаяния. Maybe someone doesn't know Jesus as their Savior. Would you lead them in a prayer of salvation? Пожалуйста. Дорогой друг. Dear friend. Бог знает этого мальчика, который мне рассказывал. God knows this young boy of whom I was telling you. Бог знает тех людей, которые нуждаются. And God knows those people who have needs. Я знаю, что Бог знает тебя. And I know that He knows you. И Он сильно-сильно любит. And He really, really, truly loves you. И Он хочет, чтобы ты жил в Божьей любви. And He wants you to live in God's love. Давай вместе помолимся. Let's pray together. Скажи со мной. Say after me. Дорогой Иисус. Dear Jesus. Я прошу тебя, пожалуйста. I ask you, please. Войди в мое сердце. Come into my heart. Стань моим спасителем. Be my savior. С этой секунды. From this second. Моя жизнь. My life принадлежит тебе. Belongs to you. Ты мой Бог. You are my God. А я твой ребенок. And I am your child. Моя жизнь. My life. Полностью твоя. Is fully yours. Спасибо тебе. Thank you, Lord. Иисус Христос. Jesus Christ. Что ты умер за мой грех. Thank you for dying for my sins. Я благодарю тебя. I thank you, Lord. Мы молились. We prayed. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Отцу, Сыну и Духу Святому. Amen. And we say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Ты знаешь, молитва имеет большую силу. You know, prayer has a lot of power. В 21 год я произнес эту молитву. When I was 21 years of age, I prayed this prayer. И моя жизнь поменялась. And my life changed. Поэтому маленькая молитва. So this little prayer. Она творит большие чудеса. Works great miracles. Она переводит из смерти в жизнь. It changes us from death unto life. Тому пусть Бог благословит. May God bless you. Folks, if you prayed that prayer, write us. Let us know so that we may pray for you. Друзья, если вы помолились этой молитвой, напишите нам, чтобы мы знали и мы молились о вас. May God richly bless you. Пусть Бог благословит вас обильно. Не забывайте, не смотрите, какие великие ваши нужды. Лучше смотрите, какой великий наш Бог. Он больше всех нужд, всех проблем. И Он не изменился. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Аллилуйя. Folks, do not look at how big that need or that problem, that mountain is. Look how much bigger Jesus is. Do not forget, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God bless you.
Пусть Бог благословит вас.